кустах тачка жестко валяется. Лобовое столкновение произошло в Долинском районе. По предварительным данным, в субботу почти в 9 часов вечера 33-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Fielder, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Toyota Crown под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали 34-летняя женщина из Филдера и 29-летняя пассажирка Кроуна. Последняя находится в тяжелом состоянии в реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники региональной госавтоинспекции.